Итак, за прошедшие сутки ситуация сложилась следующим образом. Российские оккупанты нанесли 10 ракетных ударов, один из них по гражданской инфраструктуре города Запорожье, 26 авиационных ударов и произвели 81 огневой налет реактивными системами залпового огня, в частности по гражданским объектам в городе Очакове. Есть раненые и погибшие среди мирного населения, что очень прискорбно, к сожалению. Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине. Противник продолжает вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях, на Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Раздолевка, Красная гора, Бахмут, Иванковская, Дружба, Водяная, Марьинка, Угледар, Донецкой области. То есть горячие точки остаются у нас без изменений. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено. На Северском направлении обстреляны из минометов районы населенных пунктов в Черниговской и в Сумской области. На Слобожанском направлении не прекращаются обстрелы населенных пунктов вдоль государственной границы Украино-Российской, в населенных пунктах Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник оказал огневое влияние по районам более чем 25 населенных пунктов. В остальном ситуация немножко успокоилась, активность немного поутихла боевых действий, и идут обмены артиллерийскими ударами и позиционные бои. На Бахмутском направлении ситуация по Красной горе и в Благодатном остается крайне тяжелая, напряженная, но пока окончательно сказать, на чьей стороне перевес, невозможно. Противник остановлен, продвижений за минувшие сутки нет, и ситуация немножко поутихла, то есть интенсивность боевых действий немного спала. Оккупанты пытаются подойти к Николаевке и Васюковке, имеют частичный успех. Вот здесь, на Бахмутском направлении, они немножко продвинулись вперед в направлении Николаевки и Васюковки. Противник продолжает штурмовать Сака и Ванцеты, но успеха на данный момент не имеет. Все атаки или попытки штурма этих населенных пунктов оказались для противника безуспешными. Продолжаются бои между Иванковской и Ступочки. Вот такая обстановка на Бахмутском направлении. На Авдеевском направлении все без изменений, и враг утих во многих местах. То есть на Авдеевском направлении на сегодня, за прошедшие сутки, наблюдаем снижение боевой активности со стороны противника. На Новопавловском направлении, в районе Угледара, оккупанты ценой больших потерь в личном составе пытаются продвинуться в районе верхних и нижних дач. Ситуация очень сложная, но контролируемая. Вооруженные силы Украины прилагают максимум усилий для сдерживания противника. На Запорожском направлении позиционные бои. Никто никаких наступательных действий никуда не предпринимал. Обмен огневыми ударами артиллерии. В общей сложности более 30 населенных пунктов на Запорожском направлении подверглись огневому воздействию со стороны артиллерии Российской Федерации. На Херсонском направлении обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы населенных пунктов практически вдоль всего правого берега Днепра, на всю глубину досягаемости артиллерии российских войск. Наша артиллерия пытается вести контрбатарейную борьбу и подавлять огневые точки артиллерии противника.
настолько, насколько на сегодняшний день есть такая возможность. Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также один удар по позициям зенитно-ракетных комплексов российских войск. Кроме того, наши воины уничтожили один самолет Су-25 за прошедшие сутки, вертолет Ми-8 и два беспилотника типа Суперкам. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за сутки поразили два пункта управления войсками, две позиции ПВО противника и пять районов сосредоточения живой силы и техники противника. В Черном море на боевом дежурстве находится 14 вражеских кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет. Как мы видим, идет тенденция к снижению количества носителей крылатых ракет. Но это еще пока не говорит о том, что там ситуация нормализуется. Общий зал этих двух носителей может составить около 12 ракет. Вот такие военные события произошли на поле боя и за прошедшие сутки.